Всем привет, ребят. Сегодня у нас будет на прохождении RTA Dash 3. И судя по комментам, вам первые две части понравились. Но здесь третья часть, она очень сложная по сравнению с теми двумя, что я проходил. И, ребят, немножко торможу. Сегодня несколько часов, ну, скажем так, до ночи сидел. И со вчерашнего дня до сегодня выбирал игры под Atari, под стрим специально, чтобы не повторялись. И сегодня у нас будет стримчик обязательно. Будут новые игры, которые я еще не играл вообще. Так что после 5 часов подходите. Там 5-5:30 примерно. И, кстати, я нашел сайт автора игры. Именно вот первая часть. Ну, там 7 частей. Вот я уже напишу в комментариях, что за автор. Ссылку вы на него можете просто тупо нагуглить. Там у него форум есть свой по RTA-Dash. Как-то так вот. Да, тут уровни реально некоторые прям такие сложные, что я не один десяток раз пытался пройти, пока понял, что делать. Видите, здесь и время впритык, буквально. Так, где этот один алмаз, который не взял? Вот он. Да, уж. Вот этот уровень прям зашквар. Тоже не сразу допер, как его проходить. Очень интересный вариант. Здесь главное, ребят, не лохануть сильно. Так. Пока так, пока так, да, пока так. Ну, подобное я делал на БКшке, но там немножко другие стены, конечно. Ну, кто в теме, тот, наверное, уже понял, да, задумку? Так, я тут уже что-то немножко... Ладно, не страшно. Время должно хватить, если очень быстро все это делать. Здесь же еще, видите, камни на рандоме двигаются. Один раз камень быстро двигается, другой раз очень медленно. Невозможно предугадать. Ну, видите, как бывает, что камень по 3, по 5 секунд может не двигаться. Так, это сюда, это сразу сюда. Да, если так сходу вот этот Boulder Dash начать играть, ребят, именно сходу, без
без знаний уровней, хрен ты чё пройдешь тут. Так, это сюда, получается. Тут, естественно, не одна не один десяток попыток у меня был потрачен. Здесь по-хитрому сразу же вот сюда, да, пихаем этот камень. Да, именно в таком порядке камни расстанавливаем, потому что если неправильно камень скинешь, один другому будет мешать, блокировать, короче. Ты не сможешь правильно разместить их над бабочками. Ну, дальше дело техники. Интересная система, интересная. Давайте подоберем жетушек. Потому что там будет парочка уровней, на которых можно будет тяжело пройти. В принципе. Вот этот уровень, кстати, вот сначала показался мне сложным, но потом я понял задумку именно. Короче, вот этот ряд открываем вот здесь, ребят. Именно здесь открываем. Иначе мины будут рандомно бегать и тебя прихлопнет. Какая-нибудь одна из них. О, по 60 очков за алмаз, круто. А здесь, ребят, делаем вот так. Обязательно вот так. Вот. А, ну блин, ну... Камень, слишком быстро он пошел. Блин, сам затупил, сам виноват. Мне сказать нечего, ответ. Ну. Ну. Блин, так кнопки туго прожимаются. Ну, он не длинный, ладно, все, выдохнем. Не торопимся. Ну, этот бонус я тоже проходил. Может, получится спарить его. О! Очень тоже оригинальная идея тут. Сейчас увидите, в чем она заключается. Сначала мину открываем, а бабочку потом. Здесь система ловушек странная, но сейчас увидите. Ничего пока не трогаем. Thank you.
здесь время дается довольно много, так что можно успеть даже все камни скинуть. Почти. Здесь ждем, никуда не торопимся. Я поторопился, ребят. Ну, я не специально. Ну ладно. Еще раз играем. Здесь тяжело предугадать движение мин. Так, а что я делал неправильно? Надо было просчитать еще раз, чтобы они пошли. Видите, тяжело, конечно, тяжеловато проходить. Можно и с первого раза, можно и с десятого. Не, ну если вы в этот булдердаш тренироваться, конечно, сутками, тогда можно и сперва и как бы раза пройти все уровни. О, видите, как прожидать надо здесь. Седьмой левел. Очень хитро, я уже знаю, что делать заранее. Здесь хитрая ловушка стоит, вот она. Нам надо собрать 10 алмазов. Кстати, я сначала тоже вот эту бабочку завалил, попался на ловушку. Да, алмаз лучше сразу взять, чтобы не бегать по 100 раз. Вот так вот. О, вот этот прикольный уровень с ловушками тоже интересными. Прикольно, мне этот уровень мне реально нравится. Так, отлично. Ну, можно больше алмазов собрать, но смысла нету особого. Жизни 9. А вот здесь, ребят, хитрая тема. Здесь главное не открывать вторую часть бабочек. Сейчас покажу.
Иначе тут можно слить очень много жизни, пока до этого допрешь. Здесь обязательно открываем вот эту вот левую часть стенки. Где сейчас прокопал вот влево этот путь. И делаем следующим образом. Видите, выход вот он находится справа. Если откроешь вторую часть бабочек, выход завалится. Надо открыть так, таким образом, чтобы слева не все бабочки сразу сдохли, чтобы часть пошла влево. Вот. Так, по-моему, неплохо. Ну, посмотрим. Да, по-моему, неплохо. И здесь должно, по идее, хватить 96 алмазов. Надеюсь, что их тут будет. Прям практически идеально. Вот, ребят, если открываешь правую сторону бабочек сверху, вот этот выход автоматически заваливается вот этим камнем. Я уже проверял много раз. Банусяра, ну это... Несложный бонус. Вот такой он. А, кстати, вот этот уровень, я на стриме спрашивал моего подписчика Брекера, какой булдердаш оригинальный включает в себя вот уровень вот такой вот. Он похожий на этот, но не точно такой, там он более темный. Вот мне такие уровни очень нравятся. Главное выход не завалить. Выход, видите, он вверху находится. Это выход. Так, что-то я где-то ступил, видимо, уже. Затупил. Ну-ка, успею, получится. Ну. Есть, отлично. Прям красиво. Тоже интересный уровень такой с ловушками. Не понял, а почему? Что странно, у меня кнопка что ли заела? Я вообще ничего не нажимал. Возможно, просто кнопка отступила, да. Но я ж не мог так сдохнуть тупо. А выход вот где находится. Ну, он легко берется.
просто ждем. Странно, как-то он не в тему открылся. Как же мне... А как же мне к нему попасть-то теперь? Блин, что-то... Что-то какая-то фигня получилась. О, ну тем не менее, как-то вышел. А, ребят, вот этот уровень. Я на нем потратил, наверное, пару десятков жизни, пока не понял, как проходить. Здесь очень интересная система. Подобные варианты я встречал только один раз. Здесь вот таким образом делаем. Здесь две клеточки прорываем. И вот так. Одна мина заходит, да, мы его выпускаем и больше не трогаем вообще. Все. Ну, понятно, да? То есть справа лава закрыта. Чтобы нам ее открыть, надо пробить стенку, и чтобы все бины уничтожили лаву слева. Был один болдердаш, только без такой хитрожопой системы прохождения. Прикольный очков, 5 единичек. Ух, вот этот уровень, ребят, это кошмар полный. Видите, камень, в общем. Вначале падает камень, который, если у тебя не хватает сил, просто ты не сдвинешь, и тебя заваливает. Здесь рандом, полностью рандом, от тебя ничего не зависит. То есть ты можешь здесь запороть хоть все жизни. Причем от тебя зависеть ничего не будет. Обязательно кидаем камень сюда, чтобы у нас хватило времени на прохождение. Здесь все по лимитам. Не про... Честно говоря, не продуман этот уровень. Именно самое начало уровня не продумано автором. То есть тупо от рандома зависит, сможешь ты пройти игру или не сможешь. Неинтересно такое, да? Сам уровень, конечно, интересен. Он сложный довольно-таки. Так, вот где-то я не просчитал полсекунды, что ли. Так я опережаю график, получается. Так. Ну. Ну, пока нормально. Обязательно собираем все алмазы до одного. Обязательно, все до одного собираем. И чтобы бабочка не пошла по кругу вот бродить, делаем вот так, да. Блин, тут ловушек просто дохренища. Тоже, ребят, здесь слил попыток, когда начал
впервые, точнее говоря, этот уровень увидел, слил попыток до хренища. Тут даже зная, как проходить, все равно тяжеловато получается. И сначала не вкурил. А почему алмазов-то не хватает? А вот, ребят, почему. Так, во-первых, я там... Угу. Не, ну тут автор реально заморочился. Так. О, даже больше собрал, чем положено. А, ребят, я балбес. Я алмазы слева не собрал. Прикиньте. Вот это я затупил. Да что ж такое-то? Как я так забыл? Я про них забыл тупо. Я молодец. Блин, эта мышка мешает постоянно мне. Ой-ой-ой, неаккуратно я открыл эту стенку. Да, вот так, да, еще раз. Но это еще не самый сложный уровень. Там еще, ребят, зашкварня есть. Да, лучше вот так вот змейкой открывать. Я изначально, ну, когда впервые проходил, все эти камни поронял вниз. Так, можно на два алмазика больше сделать. Бонусяра какой-то. А что за бонус? А, ну, это, кстати, вот эта лава, которая справа, она бабочек не взрывает. Я уже проверял. А тут и что делать так? А
Тут... Здесь тоже очень хитрая система, но... Получится, не получится, сейчас не знаю. Здесь надо, чтобы все бабочки передохли вверху. Вот так надо делать. Видите, у меня даже с первого раза получилось. Не помню этот уровень. Что собрать? 72 алмаза. Все, вспомнил, но я... По-моему, неправильно начал проходить его. Что-то у меня уже ни хрена не получилось, ребят. Ну, вы поняли задумку, да? Задумка понятна. Да, ёлы-палы. Вроде не торопился я. Странно. А, вот, вот здесь надо было вольнуть ее. Я путаю движение бабочек и мин, они же по разным траекториям ходят. Тут 72 алмаза не будет, конечно. Видно, что тут 72 не получается. Все, что можно, я скинул. Выход по-любому где-то внизу. А, нет, вверху. А, вот этот уровень тоже мне понравился. Довольно прикольный. Да, здесь не просто так отрыты вот эти туннели. И
И я что, не прошел? Серьезно? Ну там еще есть камень вверху. Тут вот вторая есть еще, вот эта вот половина локации этой. Ну да, сейчас не получилось, потому что они друг на другом шли. У меня бы в любом случае не вышло правильно их завалить. Вот сейчас хорошо. Прям совсем хорошо. Так. Ай! А чё это? У меня кнопка что ли не сработала? Видимо, кнопка не сработала. Подрывание, да. Подрывание пуканов. Ну. Да, в конструкторе, ну, в принципе, вот на, скажем так, на невысокой скорости игры кнопки срабатывают туго. Да, ребят, видите, опять не сработало. Что я делаю неправильно, я так не могу понять. Вроде все продумал, как бы. О, вот сейчас они правильно пошли, да. Сейчас они пошли очень правильно. О, отлично. И вторую заодно. О. Тут еще их, оказывается, выпускать надо было правильно. Жесть, жесть. Идти туда, не идти. Да чё-то как-то неохота мне туда идти. Этот баш вроде как бы хватило, да? Отлично. Прошел. Вот, ребят, уровень. Это просто кошмарище полное. Проходится так сложно. Сейчас увидите, почему. Не получилось, уже не получилось. И времени тут дается очень мало. Во! И именно так надо проходить. А чё ж так-то у меня? Странно. Что я делал не так? Что я делаю не так? Не успел, да блин, здесь надо успевать буквально сразу. Что там время на секунды потом идет. О, вот так и вот эти камни надо было, да, вот туда вот их скинуть. Все правильно. Здесь прикол в том, что надо собрать все алмазы. Вот в чем дело.
Блин, не попал. Офигеть. Офигеть, тут такие точные просчеты. Жестяк уровень. Заморочился автор с таким геймплеем. Во! Но по-другому не получается пройти. И вот эти две мимы, мы сейчас просто их завалим и все. Чтобы они нафиг не мешали нам. О, отлично. Это выпускаем. Так, я не помню, что с этой делать надо. Надо ли пробивать нам стенку будет? В упор, ребят, не помню. Так, по-моему, эту мину трогать надо, не надо, не надо, не знаю. А, нет, не надо. Оказывается, не надо. Капец, с какой затраханный уровень. Здесь точно эту стенку надо разбивать. Это точно помню. Что-то там еще надо, по-моему, разбивать. Или не надо? А, вот здесь, ребят, как надо. Здесь надо точно-точно уронить вот этот камень вниз. Вот буквально прям до миллиметра, прикиньте. Прям до миллиметра надо было. Офигеть, вот этот автор заморочился. А вот здесь, ребят, очень интересный вариант прохождения. Сейчас я покажу. Если у меня все правильно получится. Можно через верх попробовать пройти, но мы это делать не будем. Мы сейчас кучу времени сократим. Да, здесь есть вариант через верх пройти, но мы это делать не будем. Вот, отлично. Еще ловушка, еще ловушка. Не, ну согласитесь, этот уровень какой-то прям сверхсложный. Фух, я его прошел, неужели? Че за бонусяра? 5 алмазов собрать. А, ну это можно. Фантастика, ребят. Ну что, Boulder Dash полностью пройден, ребят. И, кстати, большинство даже бонус уровней я прошел. По-моему, я прошел 3 бонус уровня из 4. Ну, мог бы и последний пройти, но там у меня что-то с клавиатурой не сработало.
Так что, ребята, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, если вам понравилось такое прохождение. Можно будет заморочиться, посмотреть, что там за четвертая часть. Но вот третья мне очень понравилась. Реально, вот ты не просто ты играешь на расслабоне, и ты начинаешь напрягать мозг нехило. Как-то так вот. На этом все, ребят. Стримчик сегодня точно будет. Так что заходите. Всем удачи!